Всем привет. К сопернику Баварии мяч уходит. Да. Чемпионов. 3 минуты добавлено к основному времени. Вратарь на месте, удар не опасным получился. Итак, закончилась первая половина матча. Пока интересно. Свисток арбитра прозвучал, и мы продолжаем. Пока что впереди Арсенал, у него весомое преимущество в счете. Альфонсо Дэвис. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Матиас де Лихт. Получается вернуть себе мяч на чужой половине. Гол! Они забивают очередной мяч. У соперника большие проблемы в защите. Очень хороший мяч получился. Практически в одиночку он эту атаку создал. Протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь. Но мне кажется, он верно все рассчитал и взял ответственность на себя. Матч продолжается, и Арсенал почти обеспечил себе победу. Он впереди уже на 3 мяча. Жезус. Может он идти дальше. Гол! Никакой жалости к сопернику. Они даже не думают сбавлять оборот. Повторяет нам забитый мяч, и можно еще раз восхититься его индивидуальными действиями. Полностью его заслуга этот забитый гол. Протащил он мяч действительно через соперников очень классно. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Альфонсо Дэвис. Леон Горецко. Джамаль Мусиала с мячом. Габриэль. Деклан Райс. Габриэль Жезус. Какой момент! Какая возможность забить, и как здорово играет вратарь! Пошли последние 15 минут. Опасно это будет! И мяч в сетке. Голевой парад во всей красе. Забивают на любой вкус и, похоже, не собираются останавливаться. У Арсенала замена. Тренер решил немного поменять состав команды. В великолепном стиле они берут верх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. И пойдет он дальше сейчас. Опасно! Гол! Мог он несколько раз в моменте с голом отдать передачу, но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент, почувствовал уверенность в своих силах и решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность и забил мяч. Игра продолжается, так как это не футбол, а в теннисе при счете 6-0 команда заканчивает сет. Кейн может пробить. Это мимо. Зинченко. Добавленного времени совсем немного, всего одна минута. И дает арбитр финальный свисток. Заканчивается первый матч в этой паре победы Арсенал. Отличный матч мы сегодня посмотрели. Много забитых мячей, классная игра в атаке. Все это хорошо смотреть, если ты болельщик победителей. А вот для их соперника предстоит крайне сложный ответный матч, который вообще может превратиться в формальность.
Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Смотреть матч вместе с вами, как всегда, сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. В нашем расписании сегодня трансляция ответного матча четвертьфинал. Арсенал сегодня играет против Баварии. Очень хорошо Арсенал провел первый матч, и у них есть все шансы на проход дальше. Главное для них сегодня не выдумывать ничего на поле. Есть серьезное преимущество и есть соперник, который будет вести игру так, что будет шанс их поймать на контратаке. Кингсли Коман. Хорошо тут сыграл. Букайо Сака. Ох, как по мячу хорошо приложился. Еще бы поточнее это исполнить. Мощно пробил он издали, но мяч прошел совсем не точно. Леон Горецко. Харри Кейн. Они снова завладели мячом. С мячом Букайо Сака. И очень это похоже на желтую. Желтая карточка. Арбитр разобрался в этой ситуации абсолютно верно. К сопернику Баварии мяч уходит. Сака. Есть вариант развития атаки. Игра не остановлена, мяч только отбит. Гол! Сначала вратарь спас команду, но потом он уже ничем помочь не мог. Еще раз смотрим этот гол. Здорово исполнил, ничего не скажешь. Но вратаря я винить не берусь. На 100% сыграно, хорошо справился с первым ударом, а вот с отскоком просто не повезло. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Сака. Томас Партей. И пас перехвачен. Габриэль Жезус. Жезус, надо решать! Гол! Сегодня он один из самых полезных игроков на поле, забивает во второй раз. Вот даже не знаю, чего в этот раз не хватило защите. Обступили, облепили, но все равно мяч в сетке ворот. Два-ноль счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Шанс забить сейчас. Гол! Хет-трик он оформляет. Это точно лучший игрок матча. Может, и на четвертый гол замахнется. Давайте еще раз на его третий мяч сегодня посмотрим. Это очень хорошая игра для него. Возможно, мы увидим еще голы в его исполнении. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Забивать нужно! Великолепный гол! Как же здорово он мяч протащил этот. Как ни старались ему тут помешать, он как будто ничего не замечал, а только ворота видел впереди и знал, что надо идти к ним. И забить. Отличное исполнение. А у нас 4-0. То ли еще будет. Судья добавляет 3 минуты к основному времени тайма. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Вот он гол.
него получился что надо. Мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке. Не стал расставаться с мячом, иначе бы можно было потерять темп в этой атаке. А так он все сделал самостоятельно и в шикарном стиле отправил мяч в сетку. Куражится команда как может. В первом тайме забивала только одна команда. Будет ли борьба? Вот с этим вопросом мы и уходим. Начинают футболисты Баварии второй тайм. Сака. Жезус. С мячом. Какой момент! Нужно бить! Удар точно в руки вратарю. Вратарь, что ты исполняешь, эй? Гол! Вот это ошибка! Вратарь перепутал своего и чужого и отдал голевую передачу сопернику. Повторяет нам гол. Очевидная ошибка голкипера, конечно, здесь. Свежий игрок выходит в составе Арсенала. Разгром, тотальное превосходство, 6-0 на табло. Харри Кейн. Деклан Райс. Габриэль Мартинелли. Томас Партей. Эдегор. Эдегор, нужно бить. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Харри Кейн. Кейн в офсайд попал. Уайт. Мартин Одегард. Бенджамин Уайт. Букайо Сака с мячом. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Все-таки офсайд. Не получилось вовремя вернуться за линию. Совсем немного поторопились с передачей. Игрок уже видел, что нужно сделать движение назад. Но передача пошла, и судья поднял флажок. Деклан Райс. У них получается завладеть мячом. Пас перехвачен. Мартин Одегард. Сака. Выгодной позиции игрок. Все спокойно, мяч прямо к вратарю летит. И великолепно он игру прочитал. Надо пробить! И это гол! Повторяет нам гол. Очень здорово они сыграли в прессинг, не оставили тем шансов сопернику и смогли забить. Счет стал совсем неприличным. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Эдегор. Он накручивает соперников одного за другим. Гол! Он здорово сыграл в этой атаке и записал на свой счет дубль. На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам, вратарь защитники отыграны, и оставалось только пробить точно, что он и сделал. И дает финальный свисток главный судья. Ответный матч завершен, и мы поздравляем команду с выходом дальше. Очень хорошее противостояние получилось у двух команд. Обе бились, но все-таки с приличной разницей в счете удалось выйти в следующий круг победителем. Они полностью это заслужили.
Ну все, сыграли очень красиво. УЕФА Лига Чемпионов. Здорово, конечно. Какие-то разные такие плюшки. Красивый, да? В общем, так. Тут, короче, игры есть. В общем, можно в онлайн играть. Против друзей можно играть. То есть режим тренера против друзей, всякие события онлайн. То есть можно играть даже противостояние, Лига Чемпионов, разные быстрые матчи, турниры всякие разные. Вот сейчас вот Лигу Чемпионов играл. Вообще классная, конечно, игра. С комментаторами. Все здорово. Команда Усинск. В общем, игра называется у нас ФК Мобайл. Так что так вот. Играйте в футбол, играйте в хоккей. Очень классно. Играйте. Можете в жизни, можете вот так на телефоне. В общем, здорово.